Всем привет! Добро пожаловать на канал Нани Ария. Сегодня я буду готовить сырники. Для моих сырников нужен творог, 2 яйца и мука. Творог был спрессованный, когда я его размельчила, вот получилось столько творога. Я перемешала 2 яйца и творог, и теперь я добавлю 2 столовых ложки муки. Сейчас я буду делать сырники-комочки. Помните, когда мы в детстве лепили снежки? Вот то же самое, лепим снежок. Ловите! Мои сырники готовы для жарки. Добавляем масло. Ждем, когда сковородка разогреется. Каждый сырник мы будем обмакивать в муке. Сейчас время кушать сырники со сгущенкой. Сгущеночка. И strawberry. С ягодкой. И заветный кусочек. Мария. Мама.